И снова всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами будет новая игра в Roblox, и сегодня серия «Убежать из офиса». В общем, в этом офисе мы, вот наше рабочее место, мы тут работали. Работали, очень устали, надоело работать. И суть в этой игре в том, что вот пишут, нам нужно убежать, наш босс сошел с ума. Он хочет что-то с нами плохое сделать, и нам срочно нужно отсюда убежать, с офиса. Смотрите, вот кофе стоит, короче, пил кофе. Короче, типичный офисный планктон. А это, походу, босс, который. Так, сюда что-то не проходит. Сейчас мы осмотримся тут и пойдем. Эй, босс, что надо? Говорит, работайте. В общем, устроился я на работу, и вот говорят, только много работы, о боже мой, наш босс сошел с ума. Все, короче, начинаем убегать. Итак, давайте попробуем. Мы с вами, у нас стейдж, вон только первый уровень. Ого, что это? Это большие стопки бумаги? А это какая-то канализация, что ли? Ёлки-палки, давайте аккуратненько. Так, тут попрыгаем. Чувак говорит, вот туда надо идти. О, что это? А, наверное, я так думаю, эти надо перепрыгивать. Они какие-то ядовитые, отравленные. Так, это у нас уже, смотрите. О, тут тоже черные какие-то лужи. Четвертый стейдж уже четвертый уровень. О, смотрите, как прикольненько придумано. Ручки, короче. Какие-то гигантские ручки. По ним надо пробежаться, пропрыгать. Так, ух, чуть не упал, блин. Опа. Раз, отлично, пока что мы с вами ни разу не проиграли. Так, здесь стоит опять чувак, говорит, вот туда надо, типа кофе сильно. Ну, давай, ого, там чувак один в кофе стоял, видели? Капец, сколько тут гигантских чашек. Вон кофемашина, короче, она походу упала, разлила кофе. Обалдеть, вон здоровая чашка, такая горячая, все дымится. Ну уже. Ого, тут так много прыгать. Но мы смогли. Так, сюда. Так, последние чашечки у нас с вами, ребятки. Давайте постараемся. Итак, последняя чашка. И... О, боже мой. Каким это надо быть нубом, чтобы вот так вот взять и на последнем... Ой, это не туда. На последней чашке, блин. Вообще, рачело, короче. Ну, повторим, что ж делать. Другого выхода нет, как только повторить. Так, сейчас мы тут пропрыгнем. Я надеюсь, мы больше не будем разбиваться. Надо более аккуратненько, более слаженно, внимательно поработать. Наверное, я просто рано прыгнул там. Чуть-чуть надо было еще один шаг сделать вперед, а потом прыгать. Как-то странно. Там вроде так на глаз небольшое расстояние. Чего я тут упал, не понимаю. Пачки, есть. Так, смотрите, вон... Босс этот стоит на нас, палит. А говорит, сюда, быстрее, сюда, в двери. Сейчас пойдем, хочу на босс. Ой, смотрите, какие у него глаза страшнючие, слушайте. Он случайно в Roblox страшный лифт там не участвует? Пугать. О, это говорит, помогите, меня закрыли. Дружбан, если бы у меня были возможности, я бы тебе, конечно, помог. Ну, походу, у меня ключей нема, ничего нема, не знаю. Я сам спасаюсь. Сам не знаю, как себе помочь. Что ж такое, блин. Так, походу, тут мы будем долго прыгать, ё-моё. Это неудобненько. Короче, тут столько коробок. В каждой коробке куча бумаги, куча листиков. Видать, их надо все переписать, подписать, прочитать. Столько всего. Так, сюда мы запрыгнули. По этой коробочке вверх. Так, всё, уже почти, походу, немножко осталось. О, тут последняя. Блин, упали. Как всегда, что-то на последнем у нас все вечно плохо получается. Попробуем еще разочек. Там что лежит? Отвертка какая-то. Ну уже! Вот, блин. Но мы с вами не сдаемся, мы будем прыгать до конца. Так, блин, как-то оно туповатенько чуть-чуть. А ну и гопачи. Да ё-моё. Что делать? Тут нету помощь друга или звонок другу. Как-то пройти этот уровень... Тут вот есть кнопочка, кстати, skip stage, то есть пропустить уровень. Но мы-то с вами легких путей не ищем. О, там кто-то, по-моему, прыгает, видели? Да, тут тоже прыгает. Вот, мы легких, легких путей мы не ищем, поэтому мы скипать не будем. Будем обязательно все проходить сами. А ну давайте посмотрим, как он сейчас справится. О, привет!
прическа у тебя клевая. А ну, оха, тоже не получилось. Так же, как и мы, ударился головой и упал. О май гад, как он это сделал? О, и у нас след получилось. Фу, спасибо, что подсказал, помог. Итак, бежим. Это у нас уже 7-й уровень был. Сейчас какой будет, 8-й? Да, уже 8-й. О, тут лазеры, смотрите. Он рассыпался, а мы сейчас попробуем красивенько. Ай-яй-яй-яй-яй, как всегда, на последнем. На последнем мы лазер... А, вон там босс, кстати, стоит. Убегаем от босса! Помогите! Наш босс сошел с ума. Есть, 9-й стейдж. Так, тут надо проходить. Тут какие-то красные тоже лазерные такие. Ай-яй-яй, ножкой задел. Голова моя полетела, жарится. Попробуем еще. Картины, кстати, веселые, красивые. А тот чувак до сих пор не может лазеры пропрыгнуть. Ха-ха-ха. Так, давайте более аккуратно, более внимательно. То я поспешил. Так, есть такое дело. Ну, это я бы не сказал бы, что это сложный уровень такой. Тут просто... О, вот тут уже поинтереснее. Тут, смотрите, надо пропрыгать. Оп, есть. Оп, есть. И последний. У-ху! Так, сюда. Выход. Итак, 9-й уровень. А что тут, в чем прикол? Что, просто по ступенькам опуститься? Ха, это легко будет, сейчас сделаем. Так, опускаемся по ступенечкам вниз, долго и нудно. Главное не упасть. А, двери тут на каждом этаже. Это мы, наверное, с какой-то башни спускаемся вниз. Это... О, вон там уже видели, уже сейчас будет первый этаж, походу. Так, это у нас уже 10-й уровень. Мы на последнем месте пока что. Вот, а мешки с мусором. Выход, эксит. Оу, хо-хоу, какие машинки прикольные, няшки. Как похоже на конструктор Лего. Оу, Fat Peps что-то говорит, подписывайтесь. Why do you think? Что-то типа, куда вы идете? О, куда это нас перекинуло, блин. Мы только вышли на улицу. Ого, смотрите, сколько роблоксов тут. Вон, видите, целые мешки. Блин, как бы их нам к себе-то взять? Так, говорит... Чувак говорит, что походу закрылся, босс закрыл офис, может нам надо найти ключ? Блин, а что ж делать, как-то ключ-то искать, где? На столе? Тут вон босс играл в игру, я смотрю. А, мы понял, мы там вышли на улицу, а там были работники охраны босса и нас обратно в офис. Фу. А, вот, хорошо, что тут чувак появился, он показал нам, куда идти. Короче, что ты там прыгаешь? Короче, нам, походу, надо ключ найти. Ну ладно, на этот чувак знает, куда идти. Давайте за ним пойдем. И нам надо найти ключик. Так, о, тут что-то... Ого-го-го, смотрите, где спрятан ключ. Вон он там, на шкафе. Блин, а тут, походу, нельзя... Ё-моё, как так? Я же вроде не ступал. Попробуем еще. В общем, видите, ключик как-то на какой-то такой кладовке спрятан. И нам необходимо его взять, чтобы пройти дальше. Это у нас 11-й уровень. Давайте, чувствую, мы тут чуть-чуть с вами застрянем. Вон, чувак говорит, вон ключ, давай, бери. Так, хорошо. О, блин, тут еще перепрыгнуть. Ой-ой-ой. О, ю-ху. Так, это взяли. Так, нажимаем на ключик. Отлично, у нас появился под циферкой один ключик. Ну, теперь осталось малость. Назад теперь пропрыгать. Ай-яй-яй-яй-яй. Чувак крадется тоже. А, 5.25. Погнали. Так, бежим. Мы уже знаем, куда идти. Мы уже все знаем. Долго туда идти. Так, по трубе тут идти. Никого нету. Темно, страшно, но мы идем. Нам ключ нужен. Без ключа нам никак. Да-да, чувак, знаю, что там ключ. Знаю. Вы тут лучше бы эту воду пособирали бы. Ну же... Вот что-то в ту сторону очень легко получается. Обратно, походу, у нас будут проблемы. О, этот чувачок, который прыгал с нами. С прической смешной. Да что же ты будешь, блин, делать? Ёлки-палки. О, а тот, кстати, решил не брать ключ, развернулся и улез. Видели? Ха-ха. Ну что, пробуем снова. О, а тот пошел в другую сторону. А что там? Потом тоже сходим, проверим. Так. О, чувак, походу, на обратку тоже шел и рассыпался, как мы. Ну же, есть. Вот, блин, в эту сторону без проблем вообще. Прыг, прыг. Два прыжка.
Обратно. Обратно что-то у нас не клеится. Ну же, последняя. Ай-яй-яй-яй-яй. Рано нажал вперед. Надо было вначале прыгать, а потом уже в воздухе нажимать вперед, и тогда бы он... А так получается, он чуть-чуть подвинулся и опять в воду вступил. Так. Ну что, пробуем опять. Что еще делать? Давайте. Побежали, побежали. Так, и опять эта вода. Тут надо аккуратненько пройти эту. Тут прыгаем. О-хо-хо, даже тут мы плохо. О, чувак с ключом. Ты шо? И так иди уже. Он что, нам ключ давал? Глупый какой-то. Он же уже взял ключ. Чего он там трется? Иди, открывай ворота и вперед. Это походу... О, давайте на эту сторону сходим. Посмотрим, что здесь. Вау, может тут какой-то вообще ключ будет бон. Ой-ой-ой-ой-ой. Ёшки-матрёшки, что это случилось? Нас вентилятор, короче, почикал нас. Капец, значит туда ходить больше не будем. Там тупик. Ладно. Значит, кроме как за ключом, тут ходить больше вообще некуда. Поэтому будем идти. А тут дурачок, конечно, какой-то. У него уже ключ в руках был, он все равно там лазит. Вот, смотрите, как он классно. О, давай мне ключ, давай. Ладно, иди, знаю, что не получится взять. Да что же это такое? Блин. Надоело уже, слушайте. Давайте уже возьмем себя в руки и наконец-то возьмем этот ключ. Самое такое стопор место, что нас стопнуло. О, слышали? Наверное, тот чувак с ключом уже пролез, открыл замок. Блин, да, он прошел 12 уровень, вот я вижу. Он уже перескочил на 12. У нас еще 11 стоит, а он пошел дальше. Все, давайте уже возьмемся в руки, нормально возьмем этот ключ, быстро откроем и пойдем дальше. Так. Блин, ну давай уже. Есть. И последний пчелок. Есть. Все, отлично. Наконец-то. Так, берем ключик. Золотой ключик такой вот. Есть, кстати, лимонад, помню. Золотой ключ. Буратино. Типа живчика. Ха-ха. Так, погнали. Это, по-моему, я туда иду. Я надеюсь, туда. Да, все отлично. Да, здорово. Мы нашли, наконец-то, ключ. Открываем двери. Все, у нас 12... Ого! На улицу вышли. Гляньте, сколько... Блин, опять там этот босс. О, оказывается, эти палочки, они какие-то горячие. И их надо перепрыгивать. Опа-ча. Хопка. Да, ё-моё. Что же это такое? Такая не совсем простая игра, скажу вам. Напоминает мне, играли мы тоже этот, побег из Макдональдса. Что-то вот похоже. О, что он нам пишет? Пишет, типа, иди сюда, давай работать. А это говорит, давай в подвал прячься. О, в подвал. Канализация. Фу. Так, тут подозреваю... Опа, да, тут... Как в Макдональдсе когда-то было. То есть, вот три палочки, и пройтись можно только по одной. О, видите, вон чувачок прошел. Значит, тут по-любому налево. Там чувачок... О, значит, на утуб точно не пойдем. Так, тут по центру он шел. А тут раз, я думаю, налево тоже. И есть, мы угадали с вами. Круто! Итак, у нас уже с вами 14 стейдж начинается. Это тут трубы, короче, с канализацией. Тут вот это все, какашки, все вот это плывет, тут воняет. Нам бы маску тут какую-то, потому что просто капец. Есть, допрыгнули. Итак, мы приступаем с вами с 15 уровня уже. Фу, это что, камни или кусочки какашки? Уж очень, ребятки, похоже на говняшки какие-то. Такс. И, ну, пока что я не вижу тут трудностей. Все отлично прыгается, все получается. Давайте же. Вот оно, последний. Так, тут я посмотрел на всякий случай, нет ли там ямки. Так, тут просто пропрыгать. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Есть, с первого раза. А это кусочки просто... Ух, крокодил там, видели? Крокодил. Так, а что здесь, что здесь, что здесь? Просто по этой трубе пройтись, да? Она не горячая? Я боюсь. О, не, нормально. О, вон рулон туалетной бумаги, кстати, кто-то выкинул. Туалет, наверное.
Так, тут прыжок. О, тот чувак, а, рассыпался. Ха-ха, ну бло. Ну, у нас хорошо получается. Так, а что же здесь? Какая-то кнопочка, я ее на всякий случай перепрыгну. О-о, тут что-то серьезное. О! А, ё-моё, тут нажимаешь на вот эту фигню, быстро прыгаешь, есть. На бублик и типа качеля. О-го-го-го-го. И что теперь? Почему-то мы перевернулись в канализацию, но мы не рассыпались. Странно-странно. О-го-го, у меня голова по какашкам плывет. Ой-ой-ой-ой, вот эта скорость, ё-моё, ху-ху, как какой-то водяной парк. Так, что, уже приехали, вылазим. Круто прокатнулись. О, и вот выход с нашего подвала. Что там, чувак тут, не мать чувака. Короче, горит, сюда иди. О-о, какая длинная лестница, ё-моё. Ну, давайте лезть. Так, пока лезем, давайте по сторонам посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Виноват, тупанул. Значит, не будем так сильно по сторонам смотреть. Так, лезем. Далекие края. Долго лезть? Высокая лезть? Ой, главное вниз не смотреть. Ё-моё, страшно-то как. Не смотри вниз, не смотри. Не смотри, Роблокс, вниз, не смотри. Да зачем же ты смотришь вниз? Давай наверх, ползи. Немножко осталось. Есть. И вот мы... Опа, и тут этот босс стоит. Говорит, вот ты, попался ты. Что тебе надо? Отстань ты уже от нас. Не хотим мы... Ой, что это так? Капец. Короче, тут какие-то гонки, походу. Гонки. Сюда заходишь и убыстряешься. Смотрите. У-у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 . Так, куда тут прыгать? Ага, на пол нельзя падать. Это мы с вами поняли. Чувствую, тоже будет не сильно легкий участок. Так, сюда перепрыгнули. Так, елки-палки, в стену врезались. Давай, босс, прощай, мы от тебя убегаем. Ногами так быстро передвигает. Че, блин, не допрыгивает? Значит, надо как-то по-другому. Наверное, надо вот тут использовать синий вот тот трамплин. Ну уже, никак. Значит, надо вот это синий трамплин и какие-то кирпичи стоят, по ним прыгать. Давай, босс, пока. Вечно с охраной ходит, сам, наверное, боится. Вот, смотрите, чувак там пытается. Он упал, разбился. О, получилось, есть. Ой, как он быстро бежит. Так, сюда. Есть, куда теперь? На зеленую, на вот это. Ой-ой-ой-ой-ой. Спеши, сильно спешу. Пишем, да. Давайте по новой пробовать. Мы уже хорошо так пролезли. Так, тут... О, есть. Так, тут вот сюда. Тут вот сюда допрыгиваем. Потом на этот зеленый блинчик. Потом на серенький. Теперь, походу, надо эту желтую фигню надо смотреть. Опа! Давай. Есть. О, что, все, что ли? О, ха-ха-ха. Смотрите, тут, наконец-то, босса полиция взяла и говорит... А босс такой, нет, не берите, мы хорошие. А, плачет. Что плачешь? Она смучал, заставлял работать без выходных, без перерыва обеденного. И деньги не платил, Роблоксы. А в офисе целые мешки стояли, да? Плохой босс. Оу, что-то мы упали. Короче, у нас с вами уже 19 уровень, и мы, ребятки, на первом месте. Короче, давайте до 20 пройдем. Поставим рекорд Гиннесса, и на этом мы сегодня закончим. Так, сейчас, вот тут вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж такое, блин, неудобно, головой бьется. Сильно большая голова у тебя, Роблокс. Так, и хопа. Копки. Сюда. Давайте вот так сбоку, точно, вот так будем смотреть, так проще. Есть. Вот так сбоку камеру доставите, видите, где начинается следующая плитка, чтобы головой не стукаться. На балкон. Есть, по лестнице лезем наверх. Вот, какое солнышко светит, красиво. О, полицейский, привет! Тут что, короче, смотрите, он нас посадил в вертолет, и мы летим. И что-то мы куда-то прилетели, и что? И чувак нам говорит прыгать.
О нет, как же спрыгать? Ты что, мы же его разобьемся, мы же сломаем ноги. Можно не прыгать? Ладно. Ба. Мы остались живы. О, какой-то олень стоит. А, это разработчик. Кирен. Короче, вот этот чувачок придумал эту игру. Круто. Ну что, ребятки, мы с вами круто поиграли. Мы прошли до 20 уровня. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока.